делает? Атакуй маму! Сашка на коляске детей катает. Вот папа начал снимать, и все, слезы пошли. Ну, повлазили погулять, а папа тут рычаги делает. Да-да-да-да-да-да-да! Да, лужи большие. Да-да-да! Ну, качайся. А я хочу в компьютере. Все, вода поуходила. Куда-то в грязь еще провалилась. Там еще чуть-чуть есть. А вот тут, вот помните, я уже и тут шла туда по воде. Да, и вон там был рычаг полный. Целые они в этом году не, не подрались. Еще дрова вон есть. Чурочки как раз сейчас на печку их топить. Прям целиком укладывать. Да, может быть, если пока тебя не будет, кур каких-нибудь пущу сюда. Там только один шифер надо сделать, да, и все. Вроде бы целая клетка. Да здесь пускай посуду. Не надо тебе ничего делать, просто сюда вот китай. Вот в этой, чтобы они туда не ходили, да? Да, там загорожено. У Алика, соседи же в том году вот в такой, по-моему, клетке сидели они. Да, он же ее вот ту он брал. Нет, не ту, он какую-то брал, но я ее уже почикал. Совсем в небольшой клетке они сидели. А вообще это от кроликов, общаковская клетка. Там, где много кроликов. А ладняк, короче, отсаживали туда. О, тоже я так хочу. Ну, у тебя не резиновые сапоги. Да, уже и там помельче. Там, где я тогда шла, было почти весь сапог уходил в воду. Сейчас я пойду здесь туда. Здесь снега не будет. Угу. Бежит. Ну, ты вот эти, наверное, там посажу, чтобы у нас под окном вот так. Потому что там бесполезно сидеть. Жорик, кстати. Надо его тут какую-то помощь. Не живы. Да, что же. У нас, по-моему, есть один баллон. Он там стоит, ну попробуй. Вот мы и придумали вместо баллона комбо. А сюда и баллон. Ну там просто вот семена прислали. Даже баллон не надо будет, он будешь грубо разбирать. Где-то скажем тебе, на уголкомик подкапывают сюда и все. Под тарелку там где-нибудь дома тебе будет хватит. Да, там подписчица тоже семена выслала и
посеять можно. Тут вот. А тут сколько, наверное, заливали, когда осталось. Что давнишнее, наверное. И там вот, думаю, посеять прямо под окошком, чтобы с кухни было видно цветочки красивые. Вот. А там бесполезно сеять, где у нас вот деревья, там жулик цепи все равно выдерет все. Чего уже разбил там? Чего разбил? Тарелки там в этом, наверное, в столе. Провинился, уже жопу подставляет. Давай, давай. Наш папа построил новую кормушку. Старая кормушка, вот он поставил на нее как раз новую кормушку. Старую кормушку надо оттуда снимать, потому что соседские дети, когда приходят, они то песка там насыпят. Ну, в общем, как бы мешают. Мешает она им, они ей, этой кормушке, и птицы там, естественно, не будут прилетать, когда их тревожит. Сейчас, может быть, он туда наверх прицепит как-то, чтобы она была высоко, чтобы ее не доставали. Надо еще выше! Он не услышит меня. Надо прям высоко, чтобы никто ее не достал. Чуть-чуть повыше и как-то придумать, чтобы еще и корм туда насыпать. Вот так наша кормушечка выглядит с улицы. Это вчера Рома не давал мне заснять. Толкал меня от окна. Да, красивенько. Ну теперь до зимы, сейчас весной навряд ли они будут что-то тут прилетать. Ну загляни, там хлеб есть. Мы же не ночью сожрали уже. Сейчас. Надо посмотреть. Так не. Фея! Фея! О, сейчас сеть толпой на пастися. Фея! Фея! Она ж оттекает. Фея! Домой, домой. Что, уже грабли взял, что ли? Фея. Ай, дурочка она. Сейчас застрянешь там без толочь. Фея. Айда, фея, айда. Айда, фея, айда, айда, фея, айда. Айда, пастись, айда. Айда, фея, айда. Айда, моя фейка, айда. Фея.
Все, пошла. Куда пошла, фея? Надо ей мусорки проверить. Три минуты тут осталось поснимать, как посидеть. Там соседские бегают, печата. Тут жулька вылез. Все колеса заняла семья, да? Для Рады. Посуди, он хочет по жопе получить. Да иди постукай ему. Видишь, как он хочет. На, держи, снимай. Вот котята. Вот смотрите, какие. Пилот вот и два черных. Они немножко подосы, но они такие миленькие. И ложки. Эй! Это черный прям смотрит на... На коню? Ага, тебе баловаться даем, а он смотрит. Ага. Черный с пилотом делился, блин. Пилот, ну, он пилот его поджидает. Это все коты, мам? Два черных кота и кошка. Нет, ты, кошка, ты. Угу. Ты это, кота, три. Три, да. Все. Там еще есть телята новые, но я вам сниму потом, когда будет тепло уже совсем. Когда они уже на улицу выйдут. Вот этот вот сидит за мной. Потому что сейчас сырая, все равно вы там ничего не увидите в темноте. Хочет с тобой играться. Ну давайте вытащим его. Да пусть кушает, мама его пришла кормить. И вот видно пилотика. Да, это девочка-пилотик. То мальчик был пилотик. А где он? Ну там сырая баба живет. Это Ульяна тут что-то. Вот, смотри, банки еще. Так, вот Ульянины тут аквариумы. Смотри, еще банки. Вот это она оставила только одну. Тише, сейчас. Оставила одну только белую улитку. Действительно, черные сильно разводятся. И тут вот у нее рыбки плавают. Уже у нее три раза. Три раза они это давали приплод. Теперь посмотрим банки. Сейчас, Майя, я снимаю ее тут. Вот, и их Ульяна тут мальков рассаживает.
Вот тут мальки плавают. Новые гуппи. Там тоже мам в той банке? Да. А их вообще не видно во второй. Есть, есть. Как она их ловит? Их вообще не видно. А вот он вообще маленький. Да, вот кто-то там плавает. Как она их ловила, вообще бесцветные. Вот тут-то уже видно подросшие вот эти. А если там оставят, то те взрослые сожрут, да? Да. Там вот, вот сверху. Кто-то гавкает.